Спасибо, мы очень рады приветствовать вас в этот праздничный день, Рождество по юлианскому календарю. И сегодня вся наша программа посвящена Рождеству, посвящена этому празднику. Мы сыграем для вас старые песни, песни старой Европы. Самой старой песни сегодня, которая прозвучит, она 14 века, а самая юная – начало 18 века. Мы совершим путешествие не только по Европе, но и пересечем Атлантический океан. И в процессе познакомимся с этими песнями. Все они обладают своей историей. И некоторые истории даже имеют трагические оттенки, несмотря на такой рождественский праздник. Мы начали с каталонской песни, песня, в которой, которая просто называется «Декабрь уходит». И в ней предчувствие праздника, предчувствие Нового года и предчувствие скорейшей весны и обновления последующего за этим. А сейчас мы исполним песню на латыни, это средневековый гимн «Gaudete Christus et Natus» – «Радуйтесь, Христос родился». Oh!
Thank you.
с вами пересечем Атлантический океан, и мы направимся в Южную Америку, в страну под названием Перу. И песня, которая сейчас прозвучит, это одна из самых старых записей индейской музыки. Но уже, конечно, не народной индейской, а уже, конечно, христианизированных индейцев. 18 век – это хоровод, но именно с этого началась та музыка, которую сегодня все мы называем латиноамериканской. И вы услышите в этих ритмах, безусловно, все это. А песня очень простая, и в ней просится: «Господь, в эту чудесную ночь дозволь нам петь и плясать во славу Твою». Это Кэрол. Кэрол – это такой аналог, больше очень похоже на наши колядки. Цель та же самая – спеть песню, получить за это сладкое вознаграждение. Собственно, об этом. Песня о чем? Я увидел три корабля, они приплыли в рождественский день. А кто плыл на этих кораблях? Ну, на каждом корабле. Плыл и Иисус, плыла Дева Мария, плыл Иосиф. А куда они плыли? Они плыли в Вифлеем. Ну и дальше там куплетов, ну, я не знаю, 40, наверное. Мы не будем их все вам петь. Мы коротенько. I'm sorry.
завершении мы споем песню, которую вы все узнаете. Мелодию, конечно, вы узнаете. Я уже упоминал Генри VIII, короля Англии. И вот эта мелодия приписывается ему. И это самая популярная мелодия всех времен народов — «Зеленые рукава». Но, как и положено, хорошая мелодия, зачем ей пропадать? Нужно сочинить на нее свой текст. И тогда же, в 16 веке, был сочинен рождественский текст. Его мы вам и исполним. Christ the King.
Thank you.